Как можно не любить такого Бога, не замечать, как Он велик и благ? Ведь даже если на душе тревога, Он знает все и видит каждый шаг. Как можно не хвалить такого Бога, как можно огорчаться, унывать? Ведь даже если и накажет строго, тем слаще утешение принимать. Как можно сомневаться в таком Боге, когда Он столько раз хранил от бед, нес на руках, когда слабели ноги, и никогда не нарушал обет? Как можно перед Ним не преклониться и не сказать: «Господь, Ты прав во всем, чтоб ни случилось, я в Твоей деснице, веди меня своим святым путем». Аминь.